Всем привет, с вами Селиванси Екатерина. Привет всем с моря. Сегодня поговорим о мотивации. На самом деле, у кого нет мотивации, то невозможно замотивировать человека просто так, когда он сидит на диване и ничего не делает. Вы должны написать 100 целей минимум, и материальных, и нематериальных. У меня есть отдельное видео, как писать цели. Потом вы должны посмотреть где-то на Авито, может быть, или еще где-то, машину, которую вы хотите, квартиры, которые вы хотите, посмотреть вообще, как люди живут, может быть, пойти кому-то в гости, у кого дом или квартира красивее, чем у вас, путешествия посмотреть, прямо видео прямо с этими странами. Сейчас, в принципе, много стран открыто, и вполне можно ездить. Я тоже уже несколько раз в этом году ездила на море, и все нормально. То есть для мотивации нужно просто начать делать. Вообще, просто начать рекрутировать, размещать объявления. Когда вы поймете после первого раза, что это не трудно, вообще легко, и у вас появится привычка каждый день размещать объявления, у вас результат сам пойдет. Вас процесс захватит, и вы просто будете отвечать вашим новичкам, высылать им шаблоны работы, давать обучение, вас уже захватит процесс, и автоматически у вас начнет увеличиваться товарооборот и, соответственно, ваш доход. Поэтому не обязательно, вот все пишут про мотивацию, там смотрят какие-то ролики, но этих роликов хватает на час. Вы замотивированы на час. На самом деле надо просто начать делать, и в процессе у вас все это пойдет. Секрет не в мотивации, а в том, чтобы в маленьких действиях, которые нужно делать ежедневно. Надеюсь, видео было вам полезным. Всем пока!